Чушь, я продолжаю. Короче, все нормально. Я думал, вообще куча будет это вот, короче. Вот думал, вообще долго будет идти эта серия. Оказывается, нет. Нормально. Нормально. Ну, конечно, жесть. Фух, сложная, сложная игра. Ладно, начнем. Блять. Я. Прости, прости, я мать. Красивый парень, красивый парень. Если не красиво вообще все выходить из машины, да просто да нельзя будет. Сейчас, сейчас доедет. Такого времени даже нет. Весело, позитивненько доедем. Думаю, что будет полегче. А тут уже есть маршрут. Маршрут есть, а нет, не маршрут просто. Не страшно, блядь. Я что-то вообще не смогу связаться. Туда нужно ехать. Нельзя, а мост можно, просто на туннель. А, через туннель еще. Окей, позитивная техника, даже не поверить. Нормально, три, как бы. И даже радио не дал, сейчас не знаю, ничего такого, а даже жизнь не дает показано. Блин, это тоже должно было посмертно быть. Да, сюда. Пускай будет сюда, не знаю. Сложно управляться с этим важным. Может, не понимать я, что не все сложно. А, вот же, еще один мост. Да, увижу, куда можно его отвезти. Так, уже не очень будет, не так, далековато, блин. Блин, тут реально сплошные мосты, но это что поржет, тоже растянули там своими поездками, и здесь, конечно, тоже так. Тоже сложно, сложно здесь, не могу ничего сказать, но здесь. Не знаю, что тут еще интересно. Тут серьезно. Может, не знаю, смотреть не так интересно, но играть. Я скажу, не так, значит, когда я понял, что в обычной игре проигрываете, это типа, что за говно игра, что такое. Играть вообще не хочется, да? Сейчас прям нормально, как проиграл, и все равно не мешает, а сейчас пойду. Нормально, нормально. Пойдет, все пойдет. Эти штуки классные, да? Ни хрена ж не видно, как я могу поменять сюжет? Там. Остановите их! Чуть-чуть. Там кирпич, совсем кирпич. Сперва оторвемся от копов.
писюн собачий. Вот писюн, конечно, собачий. Спасибо. Я ничего не могу... Они просто меня не сидят. Просто как такая. Ирина, я счёл. Мы так же не сидят. Я не выходил. Две машины, блин, какая она быстрая. Она говорит, он правда говорит, что я была на следующей машине, да. Сколько-то пнули, просто вылезали, даже дотронулись чуть-чуть, и мы уже все развернули. Осторожно, с дороги! Вы с дороги, пошла. Они еще умеют ездить. Что-то такое. Я хотел, чтобы их... Блин, нифига они быстро едут. Серьезно. Машину, блин, нифига. Нифига себе. Что это такое? Гонка. Что это? Вы видели, как она едет? Читер поганый. Читер. Гребаный. Костя скинул из читы и подгонял. Что глобаны? Господи! Я на... Господи! Еду так. Псих! Виндос пога. Да, ну. Просто реально чисто. Панси, он. Драго! Что это такое? Я еду, блин, я не могу не разогнаться. Никак. Что-то 30 километров по кругу тебя. Пожалуйста, зайди. А он что за бот? Вот из-за этого она так не умеет. Пожалуйста. Представляете? Как же тут долго? А это, наверное, должно отправиться просто. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк. Скажи, может, что ты... Какая говна, Миша. Что это такое? Проклятие, патрон! Маленькая проблема, я не знаю, как выйти из машины. Да, но вопрос, как это сделать. Как выйти? Хоть бы объект налево посетить в жопу. Снежение. Ну, F, что это? А, тут же есть внизу. Как вниз. О. Кастомный гудок. Замена машины. А за ним привязано даже как сесть. Смените ТПЦ. Понятия не имею. Прочь. Что может быть прочь? Это секрет. Мы тебя найдем везде. Ну, парень, наконец. На выйти просто не могу. Гады, как... Куда убился? Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк.
гараже может быть что-то интересное. Надо взглянуть. Удачи, приятель. Так, сколько времени на это не заметил? Мама. Как-нибудь... Как-то он вышел. Сложно с игры как выйти. Как выйти? Лол. Реально. Алло, можно? Разберусь, короче. Оказалось очень легко на правую кнопку мыши выйти. Оказалось слишком легко. Сидите в бегу. Что вы здесь делаете? Убирайтесь отсюда! Парни, идите посмотрите, как я прижью эту сволочь! Все равно найду. Скажи, что ты можешь без пушки. Я сюда! Готово! Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Глуши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель. Господи! Что ты сейчас делаешь? Что вы здесь делаете? Убирайтесь отсюда! Парни, идите посмотрите, как я пришью эту сволочь! Хорошо! Теперь конец! Давай! Ты все равно покойнее! Я буду как сердце! И дерись как мужчина! Да, я трудня, а? Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Слушай машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель! Пошел в жопу, говно, непонятно как же. Вышку повертел мышку. Тут себе муки. Нужно оружие, а не пихнули. Осталось.
Так, весело. С разных мест начнем с него. Выпить попью. Какая физика. К такому я жизнь не готовил, конечно. Я поставлю машину, чтобы угонять было легче. То я поставлю, как бы не очень. Умри. Умри, машина. Вы побили меня. Это было больно. Я долго плакал. Тебе не выйти отсюда живым! Я тебя все равно найду. О! Сука. Лол, конечно, лолский. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Пуши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель. Осторожно. Я, конечно, не ожидал, что они так выглядят все. Вот. Я еще пока, наверное, один не понимал. Машины, конечно, гонят очень быстро. Короче, сразу бы не... Во, а ты сколько там? Что вы здесь делаете? Ну почему у меня звонится? Идите, посмотрите, как я пришью эту сволочь! Он загрузил сразу. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель! Машине меня вообще не видно. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель. Блин, жопа. Я проверю чуть-чуть. Блин, убегают эти говнюки все равно. Сколько у меня термота, слушайте. Ага. Все гораздо проще. Я просто вспомнил. Может, пистолет есть, почему у меня не будет его? Сарай, говорит, может быть, что-то полезное. Это типа сарай. Кому шанс считается? Нет, кому шанс считается. Сейчас сразу начнут убегать эти гуменьки. Так что надо будет сразу все оперативно делать. Сложно тогда последнюю выбить. Мне их нереально будет убить, ни хрена, и еще с пистолетом. Такие мощные, прям. Это главное, где мы сидим, и вообще не знаю.
С ней на бабу не будет. Не знаю, что с этим делать. А без разницы, как это вообще не будет. Тебе конец! Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Туши машины битой, а потом устрой фейерверк. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятель. Просто я зачитаю все, кто не может. Просто не выносим, не так. Реально бомбит, как он у меня на все, то с ним по каждую миссию уходит. Неплохо. Близко будет 3 часа, даже больше. Настоящему немного больше. Надо выйти. Потом все очень долго двигаться, отлично. А как это не зависит, просто у меня круто. Скорость крутая вообще жесть. Сука, бери хреново-то. Нет уже? Чипу нет, что ли? Нет, это все спустите там. Эта тачка просто выстраивалась немного. Поставлю на всякий случай тоже ограничитель, чтобы нас я какого-то лазерный шок узнал. Блин, это реально вход. Самый удобный игрок, который я знаю. И куда мне там ехать? Далеко еще ехать. Только расскажу ощущения, там будут отсюда закинуть. Я прошел просто мастерски. Никто же не выбежался. Так что лучше узнать себе какую-нибудь комиссию. Никто нафиг не выбежал, просто никто. Когда бил аккуратненько битами, там закидал просто к таймату, я не знаю, пробил или никто. Побил типа, не, побил в кипишу, голубился, короче, иди сюда. И взорвал кипсы, он так взорвал, фен взорвал, он не назад. Видимо, так они думают. Там, мост. Можно было, в принципе, идти было. В принципе, и поехать. Господи! Так, да, я не справился, это нравится. Карту надо побольше смотреть вообще. А, жесть. Вот сюда. Так,
Да. Разве играет или нет? Что за... Если не разобраться, то... Ну, я думаю, надо... Чтобы ее снимать, надо потерять. Ну, я такое прохожу. Ни разу не прошу ее снимать. Пожалуйста. Ну, что реально сложно. Просто реально сложно. Просто плотная игра. Я сделаю 50 минут, к сожалению. Ну, величайшим, к сожалению. Такое... Ее нет. Брали. Ух, отшла. Я думаю, все, сейчас мы доедем сюда. И брали мне сюда. Это реально. Тут рассадит тоже как поездку на этими программами. У нас поездка программа. Что такое за поездки, я не понимаю. Шоп поездка. В принципе, можно будет сразу туда забрать. И туда. Там. В принципе, так и не следует. Я знаю, что гонитить. Так, все нормально. Что такое? Ничего не нарушаю. А, он даже показывает так. Сейчас уж приедем к этому миссию. Мы снова записываем дело. Это 30 минут. Это все миссии 30 минут. Сколько тут интересно всего у нас? Вот это реально. Вот это игры. Вот это игры. Я-то думал, что я слишком крутой геймер. Вот такие игры сложные, которые просто вносят мне мозг. Не знал, что игра может быть настолько сложной. И одновременно, кстати, интересно. Вообще. Обычно, если игры, ну, как и для меня, я же понял. Сложности не убил, а тут так. Интересно, в принципе. Без сложного. А знаете, когда знаешь, как миссия, то ты облегчение. Просто его сделал. Просто его выполнил. Она едет вообще жестко. Разогнаться вообще не может. Лучше просто. Придется объезжать еще это. Миссию наконец-то. Это просто сложность и прикольность. Надо с ними играть, не ставить, потому что копы вот реально. Вот тут копы, это просто тут умеют создавать копы. Реально. И правила вот нормальные, и вот ни в одной игре, наверное, больше нет без вот красный свет. Наверное, не в одной реально. Нет, конечно, есть там парочку, но это вообще... Гениально, по-своему, перфект. Пошел. А, ну завтра открывает надо. Просто хвалите меня за эту миссию, чуваки. Вы даже не 3 миллиарда долларов, если все равно тут деньги не получаются. И что-то не нравится. Нужно прям выйти. Да-да, все. Офигенно, чё, с разборки. Ну, конечно, не становится.
сюда нужно. Спрятаться рухом. Главное, сколько больше. Давайте. Да, нормально. Мы вернулись, босс. Да. Чудесно, садитесь. Все прошло хорошо? Нет. Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. Исправился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Давай. Спасибо. В гараже появилась новая машина. Ага. Какая-то непыльная работа. Давай, очкарик. Я пиздец захотел быстрее. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Поли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Подумай, я только работал, чуваки. Ага. Ого. Короче, сейчас... А, нужно закончить серию. Всем пока, с вами был Игорука.